ходе реконструкции поликлиники в кабинете офтальмолога появилось новейшее оборудование. Самые сложные заболевания зрения можно диагностировать на высокоточном когерентном томографе и аппарате УЗИ. Обучение врачи прошли в одном из ведущих московских центров микрохирургии глаза. Нам посчастливилось пройти обучение на рабочем месте в МНТК имени Федорова в Москве. То есть узнали нового. Это когерентная томография, это ультразвуковое исследование глазного яблока. Много нового вынесли, очень много полезного, и надеемся, что используем это успешно в своей работе. Кроме теоретических вопросов, которые мы решали во время обучения, мы присутствовали на приеме. То есть пациентов было много, пациенты были разные, и мы параллельно с обучением сразу могли приобретать тот опыт, который и задавать те вопросы, которые нас бы интересовали в дальнейшей практике. Хирурги прошли обучение в центре имени Пирогова в Москве. Медики приобрели не только теоретические, но и практические навыки работы на новейшем оборудовании. Рыбницкие врачи впервые в Приднестровье будут проводить операции по удалению вен при помощи лазера. Проходили курсы по лазерной коагуляции сосудов. Это одно из новых направлений в хирургии. Ему не так много лет, это малоинвазивная медицинская помощь оперативная, проводится в условиях амбулаторных, не дает осложнений, таких как ранее проводимые виды оперативного лечения в флебологии. И для пациента это короткие периоды лечения, хороший процент положительных результатов. Для остальных специалистов обучение было организовано на местах на установленном в диагностическом центре новом оборудовании. Лабораторное обучение проходит здесь непосредственно на месте. Рентгенологическое обучение тоже на месте, потому что переобучаются все специалисты, так как переоснащение полностью всей лаборатории современным оборудованием. И поэтому обучаются на местах, без отрыва от производства. Преподаватели все приезжают из России, из Украины, из Киева приезжали к нам непосредственно. Это оговаривалось с поставщиками оборудования. К открытию лечебно-диагностического центра все медики готовы работать на новом оборудовании. Сюзанна Авакян, Татьяна Семенюк и Алексей Минченко. Первый Приднестровский телеканал.